мы продолжаем играть на геноцид. В предыдущей серии мы остановились на том, как мы просто остановились. Убиваем нас. Погнали. Погнали! Убивать, 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 убивать. Такая еще музыка геноцида. Какая прелестная музыка. Я тут была. Теперь тут надо очистить. Надо тут очистить, надо бегать. Но монстры... Вот! Первый есть. Убиваем. Прям на него прям. Ну, давай, монстр. Уничтожить. О, сразу же. Сразу же. Оно что-то как-то... И еще музыка, блин. Геноцидная. Геноцидная музыка. Вот. Надо очистить это все. О, замечательно, но... Мы... О! О, тут никого нету. Замечательно. А это что? Блин, это яма. Убивать, убивать, убивать. Тут что-то есть? О, как раз, привет! Привет, идиоты. Привет. Надо убить тут всех. А тот монстр спал. Привет. Мне интересно, тут кто-то появится? Нет, никого тут нету. Никого тут нету. Бессмысленно. Бессмысленно. Я хочу просто мои мысли. О-о-о! Как раз. Как раз. Получай. Мы убили его. Плавай доволен нашими деяниями. Опа. Мы возьмем, конечно же. Смайл, понюхайте. Конечно, понюхать. Лимонад. Мы все. Мы лимонад украли наш. Давай, монстр. Давай. Во! Тут надо всю локацию вычислить. О! Я хочу, чтобы еще такая музыка стала. Все. Еще музыка сильно. Давай, монстры. Я жду. Вот, да, да, да. Как раз двое. О, двое. Уничтожаем. Уничтожаем его. Нет. Так, я знаю, что это. Я знаю, что ты рисуешь. Идиотина. Так. Вот так вот. И надо аккуратно, прям идеально по... Блин. Я хоть вспомню Yonder Yellow. Что тут надо делать? Блин. Ей повезло. Ей очень сильно повезло. Надо до 4-го левела, я поняла. Я смотрела Yonder Yellow геноцид на прохождение. Вот сюда. Во, левел! И музыка. А, музыка, давай. Вот. Привет. Ну хоть. Я на геноциде лучше это пройду. Отлично. И музыка такая. Давай, монстр, пощади меня, пощади. О, но никто не пришел. Ну да. А, вот зря на моем пути появилась.
конечно, возьмем. Мне как раз нужно море больше места. Сразу с одного удара. Не забываем все атаки этих монстров. Опа! Давай, Мурфа. Опа, она! Привет. Мы даже не пойдем, пока весь монстров тут на этой локации не будет. Я хочу, чтобы писалок никто не пришел. Почти на. Вот. На этой локации надо срочно всех очистить, всех монстров. Чтобы не приходили вообще. Опа, 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 ча, опа, ча, ча. Опа. Уничтожи. Что за лицо? Офигеть, путь геноцида! Путь геноцида открыт! Ура! О, лицо Клоуры поменялось. Я хочу, чтобы она писала, что тут никто никого нет. Но никто не пришел. Но никто не пришел. Геноцид. Мы идем в обратном пути. Но никто не пришел. Такая музыка страшная, блин. О, мышь летучая сейчас тут будет. А мы ее сейчас грохнем. Идеально. Тут мыши не было. Она настолько нас всех тут боится, то что уже все, все нас боятся. О, это я помню. Да тут можно умереть. Можно подохнуть. Блин. Во, открыто. Но никто не пришел. Замечательно, что никто не пришел. Тут ничего нет. О, вот. Давай мы сюда пойдем. Но монстры. Конечно, мы возьмем это.
Миши нету, все исчезли. И музыка такая. Сейчас мы его убьем. Сейчас мы его... Я надеюсь, я не испортила путь геноцида. Я надеюсь, я не испортила путь геноцида. А не... Фух, я не испортила ход геноцида. Музыка такая страшная до сих пор играет. Просто мне надоело путь пацифиста. Прохожу путь геноцида. Убивать, убивать, убивать. Все равно промахается. О, все равно молния. Я надеюсь, Санса тут не будет. Господа, мой путь геноцида не прикрылся, просто проверяю. Нафиг ничего. Это буретка. Услышай. А мы его просто убили. Мы его просто уничтожили этот шарик. О, можем зайти. О, Флава, приветик. Мы идем на путь геноцида, потому что мне путь пацифиста не нравится. Он очень скучный. Ну, можно попробовать было, но... О, да, это Сноудин. Надеюсь, Санса тут не будет. Музыка геноцида. Тут еще надо, тут еще очистить. О, Флава, приветик.
Опа! Приветик! Ха-ха-ха! Привет! Монстр жалкий. Уничтожай. Снежки на меня пуляют. Прощай. Тут есть монстры, Надо тут очистить. Да, я понимаю, надо тут очистить. Это легкие атаки просто. Просто от бога легкие. Левел. Я так и знала, что левел будет повышаться, но что это? А ничего не будет. Опа. Надо тут все очищать, потому что если ты не будешь ничего очищать, то... Мне кажется, путь геноцида будет очень долго длиться. Идем по нему. Замечательно. Ну что, тут постоянно так искать мод. И музыка. А чё не будет надпись, но никто не пришел? Алё. Я ж уже на всё там очистила. Я опасный человек. Идем по нему. Идем по нему. Вот оно! Вот оно! Надо было очистить еще одного. Убили мусор. Мы убили одного. Вот теперь что-то сейчас что-то будет. А мы эту головоломку решать не будем. Этого не было. Блин, я думала, что будет открываться дверь. Но это не так. Блин, оно поломалось. Это ужасно. Ещё надо. Ещё, господа, надо. Блин. Вот сейчас оно идёт. Спидран чисто по геноциду. Спидран чисто по геноциду. Во, оно уже всё. А ну, надо прочитать. Ага. Надо еще поиграть с Кубой Рановой.
Блин, главное еще раз не нажать. Нет! Ну, не надо прочитать это еще раз. Нет. Надо его убить, этого чела. Ладно, я шучу. Ни в коем случае не убивай. Офигеть, еще и тут, а. Секунда какая-то. Почитайте, читайте, я вам даю. Я вам даю все это прочитать. Он уже был на цеплавой щеке. Он думает, о боже. Еще и здесь монстр, привет. Привет, 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 привет. А мы этого монстра убиваем и будем проходить с кубором. Это что за атака? Что это такое за атака такая? Опа. Мелочками меня кидает. Ну нет, да. Кидай сейчас сколько хочешь, но мне пофигу. Убиваем его. Ха-ха-ха. Не сохраняюсь. Господа, давайте мы на этом мы с вами закончим. С вами была я, Софирка Плей. Всем удачи, всем пока. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кому не сложно. Нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускались. Я буду редко напоминать о подписке видео и на колокольчике на лайк. Я буду редко вам об этом напоминать. Каждое видео я не могу говорить каждый день, что поставьте лайк. Кто будет его ставить? Вот. Я напоминаю только один раз, все. Всем пока, всем удачи.